Всем привет! Сегодня хочу вам показать посылочку из магазина «Мир вышивки». Для тех, кто еще ни разу не делал там покупки, у меня есть промокод Инесса, который дает вам 10% скидку на весь товар. Можете воспользоваться промокодом. Ссылочка на магазин есть в описании под видео. А сейчас посмотрим, что же ко мне приехало. Праздники продолжаются. Буквально позавчера была свадьба нашей дочки. Алину выдали замуж. Отгуляли свадьбу. Сегодня у меня посылочка из магазина «Мир вышивки». В общем, праздники продолжаются. А кому интересны семейные влоги, у меня есть канал «Жили-были». Ссылки также есть под видео. Переходите, смотрите. А на этом канале у меня рукоделие. Давайте теперь посмотрим, что же здесь у меня в посылочке есть интересного. Ну, как всегда, стандартно визиточки из магазина mirkrestikom.ru. Открыточка в подарок. Вот такая новогодняя открыточка. Кстати, я собираю вот такие открытки. Открытки-схемы от фирмы Panna. Вообще они продаются в Леонардо, но у нас в Оренбурге очень маленький выбор этих открыток. Раньше можно было купить, а сейчас их нельзя купить. Сейчас их только иногда дают в подарок к покупкам. Я их коллекционирую, такой схемки у меня нет. Очень приятный такой сюрприз. Так, дальше. Как видите, я еще не распаковывала, все лежит, как вот было упаковано, так и лежит. Сейчас вместе с вами будем смотреть. То есть у нас прям идет распаковка практически онлайн. Бабочка. Вот такой магнитик, бабочка. Я уже как-то давным-давно заказывала магнитик, у меня один есть, и мне он понравился именно из магазина «Мир вышивки». Я покупала в других местах, но они не такие крепкие. Вот обратите внимание, это точно такой же пришел магнит, я очень рада. Вот видите, вот эта заготовка, кабошон, или как его правильно называют, вот как видите, он металлический, и здесь тоже есть магнит. Большой и еще вот такой магнит. И очень-очень крепко магнитится из-за того, что сама вот эта вот заготовочка, кабошон, он металлический. Я пробовала сама изготавливать, наклеивать, но если заготовка пластмассовая, то не так сильно клеится. Ну, в общем, что хочу сказать. Магнитик очень легкий, а и в то же время он очень крепкий. Вот так. У меня один уже есть. С розочкой сиреневой. И теперь у меня еще вот такой будет с красной бабочкой. Почему я выбрала красную бабочку? Сейчас вы дальше поймете, когда я вам буду показывать наборчики, какие я выбрала в этот раз. У меня праздничное летнее настроение. И сейчас вы все это заметите по моим наборам. Еще одна бабочка. Я сейчас ее откладываю, потому что я в конце ее покажу. Хочу сделать на нее обзор. Брошка, бабочка, обалденная. Поподробнее о ней расскажу. Так, я вам еще не сказала, что это вот у меня в пакете лежит справа, но зрители уже обратили внимание и, наверное, задаются вопросом, что же такое у меня в пакете. Канал-то у меня вышивальный, но здесь пряжа. Многие из вас сейчас подумали, что это пряжа для Алины. У меня дочка вяжет игрушки из велюровой пряжи. Но нет, на этот раз не для Алины, на этот раз пряжа для меня. Я выбрала два моточка пряжи. Пряжа Ализе Пуфи. Вот такими петельками. Я еще не пробовала вязать на руках. У меня куплена пряжа для пледов. Я хотела Василисе вязать плед. Но для начала мне нужно попробовать. И вот такие два моточка пришли мне на шарф. Я хочу связать шарф. Помните, Катя приезжала ко мне в гости, и у нее был связан шарф. И на канале у Кати «Вышивальная черепашка» есть видео, как она вязала этот шарф. Цвет моей куртки, он сиреневый и...
Вот как-то что-то между сиреневым и розовым. Ну, в общем, идеально подходят эти два цвета. Поэтому я даже не стала экспериментировать. Я решила точно такие же цвета заказать. Но хочу тоже на канале здесь показывать, как я буду вязать этот шарф. То есть все хочу делать вместе с вами, делиться с вами подробностями. Буквально на днях у меня выйдут подробные мастер-классы, как я делала большую корзину, букет из конфет. Там будет три части. Ну, в общем, очень-очень подробное видео для начинающих. То же самое я хочу сделать вот с этой пряжей. Видео для начинающих. Собственно, я тоже буду это делать впервые. И как раз всеми нюансами, подробностями буду делиться со зрителями. В общем, вот так. Будем учиться вместе с вами. В августе обязательно мне нужно это сделать. Я планирую в августе как раз заняться вот этим шарфиком. А потом после него уже связать плед, на который у меня пряжа уже есть. Но я боюсь к ней приступать. Вот, кстати, в магазине «Мир вышивки» очень огромный ассортимент пряжи. Вот у нас в Оренбурге Ализе Пуффи не всегда можно всех цветов найти, нужно под заказ все это оформлять. А в магазине «Мир вышивки» очень большой выбор расцветок. Так что можете воспользоваться моей 10% скидкой и купить пряжу, если вам нужно. Не только на вышивку действует промокод. Так, ну и теперь наборчики. Вышивка. Оба наборчика от моей любимой фирмы «Чудесная игла». Это одна из моих любимых фирм. Ну, постоянные зрители моего канала об этом знают, что я люблю наборчики от «Чудесной иглы». И тем более эти наборы укомплектованы нитками «Гамма». Посмотрите, какой красивый сюжет. Это мой сюжет. Ягодки, цветочки, полная зашивка. Все, как я люблю. Посмотрите, какой яркий солнечный букет. И как раз я заказала вот такой магнитик, когда я буду вышивать. Вот такой магнитик с красной бабочкой будет держать мою схемку. То есть я все выбирала вот так под цвет, чтобы было красиво. У меня немного магнитиков, они на других процессах. Я хочу, чтобы на этом процессе был вот такой магнит. Посмотрите, как красиво. Обалденный наборчик. Схемки у фирмы «Чудесная игла» отличные. Видите, как упаковывают? Здесь видно схему. А сразу человек посмотрит и может сказать, нравится ему такая схема или нет. Хотя я не знаю, есть ли люди, которым не нравится эта схема. Она цветосимвольная. Вот дело в том, что черно-белые схемы, когда много цветов, они бывают рябят в глазах. Яркие схемы, от них устают глаза. А вот по этим схемам вышивать у меня абсолютно не устают глаза. Настолько хорошо видны значки, цвет не яркий, и даже если не можешь разглядеть символ, всегда понятно, какой это цвет. Так что ошибиться практически невозможно. В этом наборе Аида 14 каунта, количество цветов 36, размер работы 32 на 40. Ну, в принципе, 30 на 40 это стандартный размер у многих наборов. И, в общем-то, картины такого размера я люблю. Мне нравятся. Вроде и не очень большие масштабные, и в то же время они не миниатюрки. У «Чудесной иглы» всегда классно проработаны схемы. У меня нет еще ни одной работы от «Чудесной иглы», в которой бы я разочаровалась. Правда, в последнем наборе, который я вышивала Dolce Vita, там многих цветов ниток не хватало. Вот это не очень хорошо. Но такое было у меня первый раз. Это вот выпуск прошлого года. В этих наборах пока не знаю, но вот один наборчик как-то меня разочаровал. Когда заканчивается 1-2 ниточки, это еще не так страшно, но когда заканчивается больше половины ниток, ну, покупать их нереально. Я дошивала набор уже из того, что у меня есть дома, чтобы не ждать, пока мне пришлют. Вот, но там зелень была, не так заметно. Ну, в общем, вы можете посмотреть, что я буду пересказывать в своё видео. Картина Dolce Vita, и там я рассказываю подробности. Но это был у меня единичный случай. А в принципе, все наборы от «Чудесной иглы» меня всегда радовали. Это вот, может быть, первая партия была. А вообще, когда покупаешь новинки, может быть, там что-то не так. Иногда бывает
только выйдет новинка какого-то производителя, ее покупаешь, и потом, например, появляется уже листочек, добавка к схеме. Если бывает в схеме ошибка, бывает ниток не хватает. То есть, когда мы пишем производителю, производитель потом исправляет свои ошибки. Но первая партия наборов, она у многих производителей может быть не совсем удачная. Поэтому, девчонки, если что-то не так, пишите производителю. А в Инстаграм чудесная игла есть. У них есть официальная страница. Мы листали с вами каталог от чудесной иглы. И я увидела вот эту новинку. И помните, я сказала, этот наборчик обязательно должен быть в моей коллекции. И вот он у меня. Тоже канва 14 каунта. Размер 24×33. Чуть-чуть поменьше, чем предыдущий набор. Здесь не полная зашивка. Вышиваться будет быстрее. Но посмотрите тоже, какой красивый, обалденный. И смотрите, какой прозрачный кувшин. Такая проработка схемы шикарная. Я люблю, когда прозрачные кувшинчики. Не у всех, конечно, производителей идеально получаются кувшинчики. Но у чудесной иглы, вот как видите, все классно. Еще, знаете, как бывает, вышиваешь, и картинка отличается от превью. Вот у чудесной иглы картины вживую намного лучше, чем на превью. Если бы было наоборот, я бы расстроилась. Но у них вот обязательно готовая картина смотрится лучше, чем превью на наборе. Ну и вернемся вот к этому наборчику «Бабочка». Это бабочка от фирмы «Образа в каминях». На самом деле у этой фирмы очень много брошей бабочек. Вот эта бабочка 1100 стоила, а еще там есть по 3 с лишним тысячи. Там уже идут сваровски. Здесь сейчас мы с вами посмотрим, какие камни. Но даже вот эта бабочка, которая в 3 раза дешевле, она выглядит потрясающе. Я видела уже готовую работу, готовый отшив и просто потрясающий эффект. Я хотела красную бабочку. Я уже ее себе присмотрела, но пока я делала заказ, ее уже купили. Но я сильно не расстроилась. Потом подумала, у меня синяя джинсовая сумка. В принципе, зачем мне красная бабочка, когда на синюю джинсовую сумку вот эта бабочка вообще будет идеально. Даже к лучшему, что красной уже не было, вот, и мне досталась синяя. Я не стала ждать, вот, думаю, синяя, ну, синий, голубой, сиреневый мои любимые цвета, поэтому я нисколечко не прогадала. Потом со временем, может, еще будет и красная. Если мне понравится делать броши, я еще пока не изготавливала броши. Если мне понравится, я войду в азарт. У меня еще есть других фирм наборчики. Ну, в общем, у меня еще все впереди. И я успею в свою коллекцию приобрести и красную, и какую хочется еще. Сейчас я сделаю обзор на этот наборчик. А вы посмотрите, какие там комплектующие. Я первый раз держу в руках набор от фирмы «Образа в каменях». Если вы смотрели мой канал, то знаете, я в будущем хочу попробовать вышить какую-нибудь икону от этой фирмы. И вот эта бабочка будет как раз мое знакомство. Первое знакомство с этой фирмой. Набор для вышивания хрустальными бусинами и бисером. Вот так вскрывается этот набор. Я делаю это впервые. Так. Так, нет, это не zip-пакет. Очень интересно, очень интересно. Так, здесь не показано и не написано, как все это отрезать или как все это отрывать. Посмотрим, что здесь заявлено. Входит в состав фетр с нанесенной авторской схемой, бусины хрусталь, бусина капля, ювелирный бисер тоха, бисер милхил, канитель, игла. Так, здесь заклеено. Основа для броши, булавка, схема, расположение бусин и инструкция. Здесь заклеено. Не могу прочитать, что еще. Очень наклейка крепкая. Так, ну что? Нужно обязательно наборчик вскрыть. Наверное, это нужно отрезать. Я думаю, хуже, чем это, деревенский лакомство не бывает.
Я даже позвала Тимура для того, чтобы он мне подсказал, как открывается этот набор. Он говорит, я думал, хуже, чем деревенские лакомства, не бывает. Это мы Ричарду покупаем. Но оказывается, бывает. Смотрите, здесь вообще не показана линия отреза. Совершенно не написано, как отрывать. Мы всяко пробовали и так, но, в общем, мы догадались, что вот здесь вот пакет запаян и нужно отрезать. В принципе, можно было бы прочертить линию отреза, потому что вдруг я лишку сейчас отрежу не так. Но, во всяком случае, вы теперь знаете, как это делается. Если бы я это делала без камеры, я думаю, многие из вас тоже бы задумались. А теперь, внимание, опа, вот он, зип-пакетик. Главное, не резануть после зипа, нужно до этого. В общем, это, девочки, зип-пакет. И нужно его отрезать. Нету линии отрыва и нет пометки, где отрезать. Ну, ладно, это все ерунда. Пакетик, я вижу, хороший. Сейчас мы достанем... превью и посмотрим. Здесь не видно было, написано картон, искусственная кожа. Вот, здесь еще искусственная кожа и канитель. Канитель я никогда не видела, в руках не держала. Сейчас все мы с вами посмотрим. Инструкцию я доставать не буду, потому что все как собирать. А я потом вам буду показывать видео. Единственное, что хочу показать, посмотрите здесь на образце, какая красивая брошь. Вот там как раз на мере вышивки всякие расцветки есть. Они обалденные, вот эти бабочки. Они вживую, это просто потрясающе. Так, что мы видим? Картон. Я не буду сейчас в той последовательности, как нужно их собирать. Это белая искусственная кожа на обратную сторону бабочки. То есть она вся аккуратненько должна быть заделана. Это двухсторонний скотч. На этот двухсторонний скотч, я так поняла, все собирается. И теперь сама заготовка. Вот такая заготовка-схема. Здесь прямо на схеме нарисованы бусины. В принципе, работы здесь немного. Я так понимаю, что самая сложная работа будет аккуратно потом все приклеить и сшить. Это, наверное, будет самое сложное. Ну, я так думаю. Так, и сейчас меня интересуют бусинки. Я хочу посмотреть эти хрустальные бусины. Ниточки на такой шпульке. Ниточки намотаны. Так, это булавка. Булавочка. Вот она, канитель. Такая вот пружинка. Выглядит как золото. Вот у меня золотой браслет. Она чуть-чуть поярче, но, может быть, просто мой браслет надо уже немножечко почистить. Не знаю. Но, в принципе, вот цвет прям золото. Так, это усики, наверное, для бабочки. Усики чуть-чуть ярче, желтее. Вот это прям цвет натурального золота. Вот эти усики немножечко желтее. Игла Джон Джеймс, иголочка. Бисер. У меня не было бисера Милхил и Тоха. Я всегда вышиваю пресиозой. Вот такой вот красивый бисер. Я даже так вижу, какой он идеально ровный, классный. Вот эти такие интересные бусины. Они очень похожи на стразы, которые клеются на клеевой пистолет. Но, или клеевые такие есть стразы со слоем, с нанесенным. Но в середине дырочка. Вот эти очень-очень красивые. Ой, это мелкий, это ювелирный бисер. Посмотрите, три размера идут бисера. Вот ювелирный бисер. Господи, какой меленький. Я никогда им не вышивала. В общем, для меня это будет трудоемкая работа. И вот такой бисер. Очень красивый. Слушайте, у него тоже прям цвет золота. Вот, пожалуйста. Цвет золота. Точно, тут один в один. На камере, может, и отсвечивает, но один в один. Так, это вот одна бусина. Так, главное ее не потерять. Где-то она там тоже фигурирует. И вот это одна бусина. Это, наверное, тельце самой бабочки. Вот такая бусина удлиненная. Тоже тело бабочки. В общем, серединка темная получается, а крылышки золото синим. Ой, какое сочетание, девочки. Золото синим, девочки и мальчики, простите. Мальчики тоже смотрят.
Посмотрите, какое сочетание обалденное синего с золотом. Красный с золотом тоже обалденно смотрится. Но это вот мой любимый цвет. Я думаю, что на многие наряды мне эта брошь подойдет. Правда, у меня немного праздничных нарядов. Я планирую эту брошку носить на джинсовые сумки. Но те, кто смотрел свадебные видео, какое платье я к дочери на свадьбу купила, я купила такое платье, чтобы в нем ходить в этом платье, что потом я могла не только чтобы на выход одевать, а просто его носить. И оно серого цвета, такого припыленного серого цвета. Я специально брала скромное платье, однотонное, для того, чтобы потом можно было какие-то украшения надевать. И как раз, если эту брошь прилепить на серое платье, я думаю, вообще будет смотреться обалденно и идеально. Очень красиво. Очень все красиво. Но я представляю те бабочки, которые в три раза дороже, там Сваровски, там, наверное, они еще лучше переливаются, еще лучше блестят. Хотя, в принципе, для меня и это прекрасно уже. Не знаю, куда лучше. Как видите, мое праздничное настроение продолжается. Это цветы со свадьбы дочери. Они забрали к себе все цветы, а несколько букетиков остались у нас в машине. У меня теперь дома тоже красота. На самом деле пакетик очень удобный. Он крепкий, хорошо застегивается. Вот сейчас я все в него сложила. И все очень даже хорошо здесь лежит. А главное, когда будете отрезать, не отрежьте вот этот замочек. Ну, в общем, вот такая вот красота у меня. Большое вам спасибо за просмотр. Ссылочка для перехода в магазин есть под видео, а также есть промокод, который вы можете скопировать без кавычек, крупными буквами и НЕСА. Две буквы С, одна буква Н. А также есть ссылочки на все мои каналы. Всего вам доброго. С вами была Инесса. Пока-пока.